Работа кипит. В Симферополе ремонтируют улицы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одна из первых в списке — промышленная, район Марьино. Отсюда открываются невероятные пейзажи, горы, леса, водоемы. Однако целостную картину долгое время портило состояние дороги. Она вся в ямах и трещинах. Вот так засмотришься на красоты и не заметишь, как споткнешься. Если пешком здесь ходить небезопасно, что говорить о транспорте? Достаточно даже одного попадания в яму, чтобы отменить все планы и отправиться чинить подвеску. Дорога была в таком состоянии, что в городе две дороги. Старый город, ямы по колено, и вот эта вторая дорога была здесь. Это, я не знаю, вот это промышленно, это спасибо, что кто-то, я не знаю, кто сюда вложил свою лепту, что вот эту дорогу делают сейчас. Очень большое спасибо. Дорога ужасная здесь. Работы немало, протяженность улицы 800 метров. Ремонтируют и прилегающие проезды. Чтобы было меньше пыли, дороги регулярно поливают и чистят. На объекте задействовано 10 единиц различной техники. Здесь трудится 40 человек, причем без выходных, с 8 утра до 8 вечера. В разгаре ремонт и улицы Парковой. Сергей живет здесь 20 лет и за все это время не помнит, чтобы дорогу благоустраивали. Зато свежи в памяти несчастные случаи. Из-за плохой дороги здесь образовалась авария однажды. Крупная авария, да. Встретились две иномарки, скажем так. Ну и были затруднили движение. Был стопор здесь, пока разбирались. Рабочие не просто следуют конкретному плану, но и советуются с местными жителями, как обустроить все наиболее комфортно. Замена щебеночного основания, асфальтобетонного покрытия, тротуары полностью новые и зеленая зона. Всего в 2020 году в Симферополе планируют отремонтировать 20 улиц по нацпроекту. В частности, Садовую, Крымской правды, Баррикадную. Выделено 350 миллионов рублей. Екатерина Серюгина и Алексей Семенов. Утро нового дня.